Всем привет, ребят! Вот наш новый герой, точнее новая сборочка. Перекачал я полностью, удалил порочный пакт, сделал с каменкой для теста максимальный дав, захотел ему потестировать. Седьмая эмблемка у него стоит. Каменки, как вы знаете, герой, в принципе, танк. Ну, по жизни танк. Плюс восьмая жива у него встроенная, то есть... Довольно-таки неплохо должно это все быть. Передача энергии. Ну, конечно, лучше всего будет доспех ему потом поставить. Чисто как дефный вариант. Не знаю, ли он зайдет. Намучился я с созвездиями, сразу говорю. После этого видоса у вас будет видос, как я мучился, ролил эти созвездия. Думал, это будет всего 2-3 минуты, там 5 минут по Бырику. Но реально это харит немножко, потому что обзор героя намного меньше, чем роллинг самих созвездий. Вот такие вот у нас созвездия с уклонением на нем будут. Ну что, поехали. Будем тестить эту имбу. Так, ну с чего начнем? Давайте начнем с рейда. Так, смотрителя у нас сейчас нету. Так, вот неплохо, кстати. Давайте вот так вот зайдем, посмотрим. Ну, как вам урон? 347. Кто-то там кричал, что это херня герой. Посмотрите на его урон. Фигня, да, ребят? Чё там хранитель? Хранитель Бигфут. Вот, кстати, резнулся. Вот сейчас интересно, чтобы он резнулся. Ну, 600 тысяч каких-то жизней. Такое себе, да? Ну, тут, конечно, Бигфут затащит с этим. А посмотрите, как долго они его убивают в такой сборке. Ну, как по мне, просто огонь. Дефа у него немерено. Вот, отлично. Выпускаем здесь, есть хранитель. Можно, кстати, Варжея. Ну, вот так вот, ребят. Посмотрите на героев со второй эволюции, там тоже читал комменты, писали, вот ты выпускаешь там против героев слабеньких. Но вот теперь не слабенькие герои. Вот кидаем дополнение Варжея. Ну вот остался один Анубис. Нереально теперь его убить. Вот так вот. Чё там? Ну, багерои, говорите, окей, поехали дальше. Смотреть. Так, Огнекрыл. А где все остальные герои? О, кстати, нормальная раста, сейчас попробую. О, давайте, знаете, против кого? Давайте против Фрея запустим, посмотрим. Сколько будет Фрея ему всекать? Ай-яй-яй-яй-яй-яй, смотритель. Вот это самая большая падла, какая не может быть, это смотритель. Блин, такая раста классная была. Так, смотрим. Вот интересно смотреть урон. Сейчас посмотрим, как ему прилетает. Ну вот смотрите, сколько прилетает. Рай, говорите. Нормально он так резнулся. 100, 160, 100. Это, кстати, интересно сейчас выпустить. Нет, тут не получится так. Не успел. Да, жалко, что там, конечно, смотритель активированный у него был. Смотрите, видите, против смотрителя, конечно, ну, тут Фрея нереально против такой толпы. Хотя там 11-12 скиллы. Да мне с десяткой туда. Так, ищем противников. Разброс. Вот, кстати, отлично. А, это у меня смотритель еще дополнительно. 220 тысяч. Ну, я думаю, зачем ему еще урон? Об отражалке, видите, он не убивается об отражалку. Офигеть. Вот это кайф. Вот это кайфуша. Что мы имеем?
Ну ничего так. Даже дефный вариант. Просто огонь, я вам скажу. Так, вот он еще разок. Или это уже другое, это уже другое. Давайте посмотрим против черепа и остальных. Так, череп 30-40 тысяч бьет. По сути, фигню там череп сносит. Так, череп раз ушатался. Ну, дальше я не знаю, как он будет шататься, но 12 тысяч бьет. Чисто череп выезжает за счет своего. Так, а ну-ка так сделаем. Немножко разгончика возьмем. Круто, круто, конечно, смотрится вот это его. Так, хорошо. С этим мы, в принципе, решили. Поехали дальше по локациям. Давайте на подземочке посмотрим. Вот опять же, интересно посмотреть дефный вариант. Я вам показывал. Реально, герой очень кайфовый для подземок. Посмотреть такую сборку. Ну, урон 59, ребят. 59 получает. Вот это кайф. Это действительно кайф. Так, вот интересно, сейчас он до места дойдет. Посмотреть, как они будут его просаживать. С порочным пактом вы видели. В принципе, в такой сборке можно и порочный пакт ставить свободно. Жизнь есть, даф есть. Утекание то же самое. Правда, у меня тут рун утекания нету на китайке. Сейчас он добьет юнитов. И будем внимательно уже смотреть. Ну, что-то маловато. 600 тысяч. Ну, такое себе. По сравнению с пактом у нас урон, конечно, в разы. 680. Ну, как видите. Но зато сейчас посмотрим, как он, если он, конечно же, дойдет. Ну, 1 200 000. Там, конечно, с критом было поярче все. 700. В общем, до миллиона. Даже нету миллиона. В основном 600-700. Но есть большой плюс в том, что он, во-первых, не станется, как видите. То есть в этом его плюс для подземок. Ну и заряжается очень быстро. И целей, в принципе, немало. Ну и теперь посмотрите на его деф. Ну давай, 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 иди сюда к Месси. Заходи. Заходи, дорогой. Так, смотрим на Мессу. И что там Месса нам говорит? Там Месса попасть просто не может. Я думаю, такой вот вариант. Сейчас пойдем на PvP локации, посмотрим. Будет очень-очень крутым. Потому что его просто нереально слить. Да, он медленно бьет, конечно, тут спору нет. Это уже не то, скажем так, что было раньше. То, что я вам показывал с порочным пактом. Но плюс в том, что у него дефа просто хоть жопой жуй. Так, окей. Такой вариант мы посмотрели. Давайте уберем, поставим ремочку ему, чтобы в PvP локациях он сразу. А хотя, в принципе, зачем? Давайте с каменкой так же дальше сейчас посмотрим, чтобы он не сразу включался, посмотреть чисто на деф его. Такс, поехали. Так, ну давайте зарядите его, или он сейчас сам зарядится. Вот так вот.
Тут понятно. Ну пусть добивает уже. Может, найдем хорошего противника на арене сейчас. Надо выше в топ подниматься. Ну, дальность атаки у него не маленькая. Скорость атаки большая, жизнь. Ну, действительно очень неплохой, плюс автопрокер. Посмотрим на битве гильдий, как он себя покажет против топов. Так, отлично. Кто-то есть стрелком. Не, ну эти явно тут ему ничего не сделают. И череп с разбросом. Ну, крита, как видите, уже нет. То есть тут тоже... Там урона было нормально, там быстро все было. Здесь дефа дофига, надо искать какую-то золотую середину. Возможно, рунами поставить, что-то другое попробовать. Ну, для этого опять же нужен крит. Так, бигфут. Ну, тут видите, слабенькие все. Ну, тут с эволюциями хотя бы. Вот так вот он их... Тык-тык-тык-тык, бигфут включился. Не, урона у него хватает однозначно. Правда, он не такой стал критовый, как раньше. Странно критует. А, странно, что странного. Уже ж критовая гильдия находится. Так, ладно. Ладно, ладно, ладно. Давайте обновим, может, кого-то еще найдем интересного. И пойдем дальше в следующую локацию. Так, стрелок, душек. Все, до свидания. А, это вообще гвард. Смотрю, что-то... Что-то не то. Гвард один. Есть какой-то нава. Вот, отлично. Ну чё, смотрите, какой деф у него. Как по мне, вполне достойно. С уклонением плюс СОшка, каменка. Кто там говорил, что герой херня? Вот вам ответ. Офигенный герой получился. Анубис раз слился. 206 Анубису прилетело. Такой же по силе, как и я. Анубис процентуально забирает по 120 тысяч. Ну, Анубиса поимел тоже. Конечно, тут камень будет бить он очень долго. Так, хорошо, поехали дальше. Дальше у нас экспедиция. Смотрим, какие изменения у нас будут здесь. Какой урон все-таки будет. Это тоже очень интересно. Ну, 320 тысяч, ребят, для экспедиции. Я думаю, это очень офигенно. Так, смотрим, как будет Фрейка сейчас его шатать. 50 тысяч, 82, 166, 139, 145. Ну, вот так вот. Ну, Фрейя, конечно, его ушатает. Тут надо, чтобы он Фрейю саму непосредственно бил. Такс. Ну, давайте тут посмотрим. 460, если я не ошибаюсь. $220 по черепу.
Ну, так вот остался у нас один череп. Да, ну тут ему нужно чем-то снимать череп, баф. В общем, ребят, вот такая вот игрушка у нас. И мне она, честно говоря, нравится даже в такой сборке. Ну, до свидания, даже череп. Так, окей, поехали дальше. Следующая у нас будет экспедиция. Ой, тут я говорю, экспедиция забытая. Тут я, конечно, вечно пропускаю. Надо собраться. Так, давайте против такой пачки потестим. С Арой посмотрим. Пусть его заблочат. Ворожей Ара. Ну, да, тут ему сложновато будет. Но посмотрите, как он офигенно выживает. Чё там, ребят? Херня герой говорить? Вот вам. Вот вам ответочка. Ну, Анубис, да, тут сейчас его сольет, процентуально будет отнимать. Ну, и он Анубиса не затащит. Но! Один против пяти, и он ворожея там ушатал, и кучу других ушатал. Как по мне, это очень достойно. На такого с отхилом, с ворожаем попади, будет очень сложно его слить. Так, ну это что-то давайте вот этого с хранителем посмотрим. Ну, слабенький оказался. Я вам скажу, для дефного варианта круто бьет. Уклонение смотрится на нем тоже неплохо. Та-та-та-та. Так, ну давайте кого-то уже топа. Еще на ворожая одного нападем. Ой, тут меня, наверное, сольют. Отражалка-то ему пофиг. Вот, вот вам еще один ответ. Против вторых эволюций. Новая сборочка. Ушатал. Даже офигенно ушатал. Круто. Однозначно круто. Так, там Рино есть, интересно. Не, первые эволюции. Первые эволюции сейчас его убьют. Это не вторые. Так, хранитель включился. Хранителю мы говорим до свидания, как и всем. Вот так вот. Вот такие вот, ребята, пироги. Пишите в комментах, что вы думаете по этому поводу. Но это реально очень круто. Мне нравится и такая сборка. Мне та нравится по урону. Он там, конечно, дамажит офигенно. Но вот эта сборка, она более будет... Ну, как и всегда, СОшка, она всегда более универсальная. Еще ему поставить доспех, например, либо победный выпад. Тоже, в принципе, будет очень круто. Затащил. Давайте еще на древнем тестанем. Я, по-моему, здесь его пачку ставил. Последний тестик сделаем. А, и у меня лабиринт открыт. Сейчас потестируем на лабиринте. Так, тут пусть меня сольют. Купидона пусть тоже сольют. Ведьму. Так, ведьму слейте.
Ну, так мне интересно. Давай, друг, выходи. Дай нам потестить. Смотрите, как афинки прелестно убились об отражалочку. Блин, что у него ходит? Изди отсюда. Может, тут нас убьют. Смотрим на мою мохнатку. Моя мохнатка шатала их всех. Так, ладно, давайте следующего попробуем. С этим мне интересно. А, еще один донат. Ну сколько у вас тут донатов развелось-то, а? Во всех разгонит. Так, отлично, он вышел. Так, у него со блин там ворожай. В общем, не знаю, ребят, вот такой вот герой. Не знаю, или мы сейчас можем его тут потестить, к сожалению, наверное, нет, потому что тут гемор нам очень, надо найти какого-то босса. О, отлично. Давайте, 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 посливайте, посливайте нас, пожалуйста. Сливайте нас. Убейте мою рогатку. Красавчики. Не, не убили. Блин, что он не вылазит? Хочу его потестить. Так, ну тут, в принципе, такой состав должны нас сейчас раздать. Или нет? О, отлично, отлично, просто отлично. Фига себе, у меня горгул. Что это за имбище такое? Так, вот это уже лучше. Убираем тыковку. Блин, не знаю, махатну. Не будем трогать. Так, смотрим. Ну, прилетает. А теперь смотрим на то, как он будет некросов шатать. Будет ли он вообще их шатать? Он или она, непонятно кто. Анубиса то шатает, а по некросам, видите, попасть не так уж легко. Ух ты! Когда попал, нормально шатанул. Нифига себе, это что там такое творится с некросом вражеским? Сорок семь, 47. Хилится, сволочь. Тащит. Поехали дальше. Смотрим дальше. Ну, тут, конечно, толпой его буду сейчас сносить. Но урон держит кайфово.
Второй раз резнулся. Сейчас ему бабуля поможет. Вот так вот вместе с бабулей они тащат. В общем, ладно. Такой вот, ребят, герой. Действительно, очень-очень кайфовая получилась у нас сборочка. Пишите комменты, что вы думаете. Ну, мне понравилось. Даже, наверное, в кое-чем больше понравилось, чем с пактом. Потому что с пактом очень-очень запросто его сливают. Ну, а тут, как видите, у нас действительно получилось найти что-то такое оптимальное, среднее, чтобы он нехило так и урон держал, и наносил урон, и выживал. То есть, ну, как обычно, священный огонь — это самый топчик. Все, пишите комменты, конкурсы. Всем удачи, всем пока.